человеческий. На самом деле изменения, все изменения, которые вносятся сейчас, предлагаются внесению в устав муниципального образования города Саратов, обусловлено тем, что в течение года с последних изменений у нас произошло ряд изменений федерального законодательства. В частности, изменения касаются контроля в сфере юридической сферы, контроля в коррупционной сфере, проходящей коррупции, имеется в виду, да? Участие, содействие советских органов власти, участие местного самоуправления. Ну, в частности, если вы помните эту историю с согласованием заместителя, грубо, да, если вот так вот вам сказать, ну, упрощенно. И таких изменений их поступило больше 15. Я вам хочу сказать, даже больше, скорее всего, на процессе сейчас подготовки уже непосредственно самого решения Саратовской городской думы, возможно, будут еще изменения, так как вчера был подписан ряд изменений законодательного акта, но они не требуют публичных слушаний и будут внесены в устав муниципального образования города Саратов. Устав – это живой организм, сами понимаете, исходя из изменений федерального и областного законодательства, мы тоже вносим изменения в свое законодательство. Какие обязанности будут для депутатов, которые на постоянной основе осуществляют свою деятельность, и главы там противодействия коррупции? Ну, там изменена форма дохода, изменена форма представления доходов. Доходов и расходов, да, это отчеты за итоговый период. И накладывается обязательство, там, ряд обязательств информирования. И вот это отменяется согласование обязательства вот, главы согласовывать своих заместителей, да. Это вот в этих поправках? Да, в этих же поправках, да, это в этих же поправках. Более полный документ вы можете ознакомиться, когда будет опубликовать. Вот сегодня был розыгрыш, пожалуйста, там все понятно, доступно. Спасибо вам огромное, спасибо, что пришли.